отдадим. Нужен выкуп нам такой, что не вырезать ценой. 3 бутылки лимонада, да 2 плитки шоколада. Водка, пиво, все рекою. И колечко золотое. Чтоб есть невеста у окна не соскучилась одна, должен ей отсюда ты крикнуть о своей любви. Ты любишь. Я люблю ее. Она не чует. Я люблю ее. Юлька! Юля, я люблю тебя! Да громче! Он свидетелькой помогает! Давай! Юля! Я люблю тебя! Вот, думаю, почула! И все о нем узнать желаем. Пусть друг свидетель, не спеша, впереди ты нам. Если друг не назовет нам 10 качеств наперед, будет полный поворот от порога до ворот. Называй 10. Не-не-не, что такое? 10 качеств. Красивый. Работящий парень. Два. Веселый, да, умный. Подсказывайте, помогайте. Веселый, умный, 4. Маловато, мне вести не одна. Мироупитанный мужчина в самом расцвете. Не подсказывайте. Не называешь? Будешь платить. Мало. 4. Давай. Мы будем думать. От сколько нам заплатишь, от мы подумаем, чи проходить, чи не проходить. Так, що дай рубля якось, да? Так, давай, ти ви що то не сюди приїхали, на розворот. Гривні фантастики. Ти що за друг у тебе, чуєш? Що це за друг? Оце ти жениха свого оцінив гривню, да? Два. Так, слухай, скільки в нас ти не назвав? Ти 4, 6? 6 рублів. Так, ти 6 рублів, добавляємо нулі туди. Так, чуєш? Зараз посмотрим, да, держи його, поки я читаю. Так, а де там будка в полі? І так, на ньому є балакон. Дарить жене цветы? Нет. Будешь отдавать всю зарплату? Нет. Будешь ее обманывать? Да. Будешь делать ей массаж? Да. Задумаешь? Будешь поднимать на жену руку? Да. Будешь водить ее в кафе? Нет. Будешь приносить ей завтрак? Нет. Будешь ее целовать? Да, нет. Будешь ругаться с тещей? Нет, да. Тогда да? Да. И там теща. Будешь помогать ей по хозяйству? Нет. Будешь игнорировать ее просьбы? Да. Будешь забывать поздравлять ее с 8 марта? Да. Будешь запрещать общаться с подругами? А ну? Да. Вот так, хорошо. Будешь разрешать ей спонтанные покупки? Нет. Ты вообще жениться на ней хочешь? Нет. Так, все запомнили его ответы. Значит, чтобы це не дошло до невесты. Оці твої ответики, бо я думаю, вона передумає сразу. Давайте деньги. А ну дивимося на вираження, До дна, А що такое? Яка? Ти диви. Кожа. Та ви що?
Ну, давай. Тут забирайте все. Що? От обібрали, так? Обирайте. Останнє забирали. Так. А зараз, не дай Бог, ставе туфель. Все, мінус. Мінус один. Будьте вірними одному, любіть одного, цініть, поважайте. І до кінця своїх днів поднесіть ту любов, яка зараз вас поєднує. Тому що лише любов допоможе вам пережити всі тяготи життя. Будьте щасливі во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорога сваха, візьміть цю хлібину і прийміть мою дочку за рідну дитину. Спасибо вам, Сапу, за дитину. Ви любить і берегти. Час добрий, все добре. Все, давайте.